Чем исцеление? Ну, она же будет еще и сатурнианская заодно. Дамару я не взяла, не поставила. Здесь есть маленький. Руна восстановления скришел. Исцеление, восстановление. И свеча. И мантра Будда исцеления. Походу здесь исцеление тела, сознание эмоционального тела. Можно сказать, тело, души и разума. Победа. Он стоит в руне потока. Из кристалла сделана руна потока, чтобы ускорить процесс. Восстановление жизненных сил, восстановление пути, здесь руна потока пути, восстановление понимания и целей, восстановление физического тела, эмоционального, ментального, осознание смысла жизни. Для чего живу, для чего я в этом теле? Понимание, что поток ведет, и главное идти по пути, и оно будет раскрываться. В наше время, когда война и все нарушено, у многих нет понимания и уверенности в завтрашнем дне. Доверие жизни, процессу, своей миссии, своей задаче. Доверие просто жизни и каждому дню.
своими переговорами туда-сюда таскаешь эти шнуры. Боже, какой красивый. Не успею. Я вначале увидела красивейший огонечек. И здесь не успела. Вот прям чувствовала, что будет в последнюю секунду. Какое было пламя кристальное. Прям сказала. Ну и чего я так старалась, если она потухла все равно.
сильного Будды перешла в восхваление Тари. 21 Тари. Зеленое исцеление. Тари. Предыдущему, будущему, планирующему свечи старыми. Это будет волшебно. Однажды. В свечах кали часто у меня тара зеленая, красная, куркума.